Привет, мои хорошие! Я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Квартира в Мерсине в районе Тамюк, 500 метров от моря. Новый комплекс, комплекс Дан, комплекс с изганом, с бассейном, с детскими и спортивными площадками, с генератором, с парковками, с зонами барбекю, с хамамом, сауном. Все как положено. Квартира точно заслужила вашего рассмотрения, ну или хотя бы лайка и коммента. И здесь у нас отдельная кухня, то есть планировка вообще супер. Остекленные террасы и балкон, прихожая, отдельный зал. В общем, супер. Ставьте лайк, давайте рассматривать. Итак, наша прихожая. В прихожей у нас вот такой красивый шкаф с зеркалом, с полочками, с местом для ключей, для каких-то ценных предметов. В прихожей у нас вот такая нарядная плитка, очень практичная. Здесь у нас кухня, спальня, санузел. Я вещаю из зала. Вот такой красивый декор. Очень красиво можно эту квартиру обставить. Итак, посмотрим с вами отдельная кухня. Подчеркну, что кухня-гостиная, как обычно, здесь не так. Здесь кухня-столовая. Вот такая свежая, современная, много рабочего пространства, много мест для хранения. Над раковиной у нас окно. Каменная столешница, все отличного качества. Предусмотрено место под всю технику, под посудомойку, стиралку, вытяжку, духовку, плиту, под холодильник, под микроволновую печь, пространство. Красивые современные фасады. Здесь будут стоять очень красивая ваша посуда. Красивые фарточки, действительно все свежо, современно. На кухню можно попасть вот из террасы. Или из террасы на кухне. В общем, остекленная терраса можно превратить в хорошую столовую. Вид на инфраструктуру. По территории еще с вами прогуляемся. Вот такая хорошенькая, чистенькая квартира. И это наш отдельный зал хорошего размера, зал с выводами под кондиционерные блоки, под телевизионную антенну, под интернет. В жилой зоне у нас ламинат. Так как у нас район в перспективе газификации, в полах уже заложено все для газового отопления. А вот такая вот красота. По коридорчику у нас санузел. Санузел не маленький. Санузел хорошего размера. Подвесной унитаз, функция биде. Душевой уголок. Есть вентиляция, раковина и шкафчик-зеркало. Спальня. Спальня тоже вас порадует. Но, во-первых, размером и тем, что здесь нужно только кровать. Почему? Потому что у нас уже, можете представить, сколько красивых летних нарядов можно разместить в этом шкафу. И у родительской спальни есть выход на достаточно большой остекленный вот такой вот балкон. Здесь у нас также имеются выводы кондиционерных блоков. В перспективе газификации вот это все гребеночка также уже выведено.
Надеюсь, предложение вам понравилось. Пишите свои впечатления в комментариях под видео. Кстати, там внизу в инфобоксе я всегда-всегда пишу все детали объектов недвижимости. Другие актуальные предложения можно найти на вашем веб-сайте. Заходите на сайт, смотрите, выбирайте сортировку, звоните нам по телефону WhatsApp, не стесняйтесь, мы сделаем вам подборку. Очень часто квартиры продаются без видео, только по фотографиям, по любительским съемкам, не доходит до рекламы. Поэтому у вас, если есть бюджет, есть мечта, есть цель, связывайтесь, подберем вам варианты квартиры в Мерсине. Спасибо, что смотрите и подписаны. Обожаю вас. Пока-пока.